группе. А я должен сказать о положении команды. Как раз вот сейчас мяч летит в руки Шарлю и Танжу. Положение такое. У Бразилии 4 очка. На первом месте бразильцы за счет лучшей разницы забитых и пропущенных. Плюс 2. На втором месте Мексика тоже 4. Уже не плюс 2. Уже плюс 3. И свой третий мяч на этом чемпионате забивает, конечно же, потрясающий Неймар. Но сейчас для него бесспорно все сделали партнеры. Выждали какую-то паузу, чуть-чуть вожжи отпустили, дали немного Камеруну поатаковать бразильцы. Но не надо было камерунцу Алану Ньому злить зверя. А он сделал это. Бразильцы взялись за дело и открыли счет в сегодняшнем матче. И вот как это было. Они отобрали мяч у зазевавшегося камерунца. И вот смотрите. Ну и никаких шансов совершенно. И там же, вот видите, великолепная передача Луиза Густаво. Сейчас он сыграл по левому флангу. Вообще это опорный полузащитник. Луис Густаво и рад Скалари, конечно, именно Скалари вытащил Луиза Густаво. Он его использовал год назад на Кубке Конфедераций. А и вообще начать из своей штрафной атаку сборной Камеруна. Прострел Луис Густаво. Снова видим момент взятия ворот.